33-летняя Анна Грачевская высказалась о процедурах, которые недавно прошла в клинике пластической хирургии. Брюнетка решилась на перемены во внешности. Бывшая жена создателя Яралаша Бориса Грачевского подарила себе на Новый год бьюти-преображение. Телеведущая захотела подкорректировать черты лица. Она отправилась в клинику пластической хирургии. Свое лицо после процедур звезда показала поклонникам. Многие решили, что Грачевская легла под нож пластического хирурга, но выяснилось, что это не так. Телеведущая записала видеообращение, в котором показала результат преображения и рассказала, что изменила форму носа и подбородка с помощью инъекций. «Многие пишут, что я сделала нос, очередная операция, нет. Я не делала нос с помощью хирургического вмешательства. Я делала инъекции. С их помощью можно корректировать форму носа и лица, подбородок, скулы. И теперь у меня все красиво и гармонично. Мы сделали контур четче, подбородок выразительнее и чуть-чуть скорректировали форму носа. Он как был, так и остается. Ничего я не делала, потому что боюсь», — заявила Анна. Ранее звезда обращалась к пластическому хирургу. В 2016 году Грачевская решила увеличить ягодицы. Для проведения процедуры использовались импланты, а также жировая ткань Анны. После операции брюнетка почти два месяца носила специальный бандаж, не могла сидеть и спать на спине. В итоге артистка осталась довольна результатом пластики. Лера Кудрявцева, напротив, пожалела, что 15 лет назад увеличила грудь. Один из имплантов порвался, и звезду госпитализировали.